Здравствуйте, друзья. Скорбные дела привели на кладбище. Вот. Сделал все, что надо. И знаю точно, что душа у людей существует. Я не Сеченов, которого прославляют за то, что он якобы доказал, что души у человека нет. Вот. Ну а теперь о садоводстве. Улучил минуту, заехал в дикую жару, в лес, за моей спиной кладбище, часовня. Самое место, когда можно поговорить. Вот, я обычно много ругаюсь, знаете, иногда чуть ли не матом, потому что у нас принята система уничтожения садов, причем официальная. Давайте теперь попробуем по-хорошему. На кладбище я не смогу ругаться. Итак, сегодня 14 июля, ровно половина лета, жара дичайшая, абрикосы созрели так рано, как никогда, и все, включая манжурцев, сыновья манжурцев, сладкие, то есть они по-разному сладкие, но кислоты в них нет вообще. То есть получается, что любой плод может быть сладким, если ему достаточно солнца и жары, и тепла. А это присказка. Самое главное не это. Сейчас только мне человек заказал длинный список всего, чего у меня было. Спросил, сколько стоит. И судя по тому, что он проигнорировал мой каталог, а в каталоге того нет, вот. И целый длинный список, я понял одно, что он решил взять на осень. Начались уточнения по WhatsApp, да, на осень. Тогда я сказал, сейчас 15 рублей. Осенью половина из того, что он закажет, будет стоить, ну, треть будет стоить 30 рублей, остальное 25. Вот, то есть практически в два раза дороже. Тогда он меня спросил, а будет ли толк от этих самых, ну, я их сам называю залежалыми. Они на самом деле не залежалые, а хорошо сохраненные. Вот, и так, значит, когда-то я, имея только позапрошлогодние, умудрился продавать их, не скрывая, что они лежали лишний год или два в холодильнике. Схожесть получилась как минимум не хуже. Я про это вы все знаете. Теперь так, вот этот момент осветили. И он присылает 2000-1500 на 100 косточек и 500 на пересылку. Возможно, будет пересылка стоить 300-400, я же на этот момент не знал, далеко ли он живет. Ничего, увижу, что близко. Я ему лишний косточек положу. Не возвращать же 100-150 рублей, правильно? Вот. Лучше косточек побольше. И тогда мне теперь получается ему еще надо дать напутствие. Итак, хранение в холодильнике, маленькие стеклянные баночки с крышечками плотными до осени. Осенью половину можно посадить, если сад обезврежен от мышей. Ох, как они любят косточки абрикосов. И не только абрикосов. Раз. Вот. Потом, значит, я ему посоветовал еще раз сделать заказ. Добрать то, чего сейчас нет, таких слив нет, таких слив нет. Вот, и кое-чего нет. Есть там, допустим, черешни, вишни, уссурийские груши. А будет ли он их поливать? А может ему надо, а я же не знаю, а может ему надо, посадил и забыл. Вот, так же, как в ультерьере есть такое, выстрелил, забыл. Такой термин. Так и тут, посадил и забыл, и все будет. Так вот, будет, конечно, будет. У ученого Ваулина, Челябинский университет, институт МИАСИ командует. Это что, шутки? Такого успеха добился, мои косточки порастив. Но это вы уже знаете. И вот именно вот это меня навеяло, то, что он на момент, когда заказывал, даже не знал, что у меня есть именно сухие, именно дешевые и практически не уничтожаемые. Вот. Как мне сказал Бродский, когда я сказал, надо же, Юрий Владимирович, Юрий Васильевич, люди хвастаются, что у них позапрошлогодние так хорошо взошли.
Его ответ меня поразил. Царство его небесное, оно был живой. И он мне с таким: а ты что, не знал, что они чем больше лежат, тем лучше всходят? Вот эта фраза когда-то станет классикой. Ведь у меня в прошлом году их было так мало, что я продавал суперурожай 22-го года. Тот урожай был на уровне рекорда не только России, но и всей северной половины планеты. За юг не берусь, не ручаюсь. Северная половина планеты. Вот так. И я продавал в прошлом году урожай, в 23-м урожай 22-го года. Ну и что? Видели, как я дифирамбы я получал? Видели, как я это самое хвастался? Письма, схожесть 100%, 90%. Некоторые говорили, по два сходило вместо одного. Так, ну, в общем, я вам все сказал. Благодарю за внимание, но все-таки имейте в виду. По WhatsApp легко 8-960-776-86-72. Заказывайте по WhatsApp лучше всего. Каталог, получите каталог, посмотрите. Получается почти в два раза дешевле.